Я вот вчера тебе, Вася, пояс надел, тебя вот этот, покажи. Покажи его, где у тебя пояс. Вот, веревочка. Вот, ты его зачем вчера сорвал? Ну, думал, все, это, покаянные 4 дня прошли, то есть как? Можно сменять пояс. На какой, на праздничный? Ну. А Пасха-то сколько дней идет пост? 4? Ты думал? Строгий пост сколько дней идет-то, ты знаешь? Не знаю. Ты думал, что он 4 дня всего идет, да? Я уже думал, что в воскресенье можно мясо, молоко есть, и пояс не нужен. Так ты думал? Ну да. Ну, а неужто ты не помнишь, что... Ну, я не знаю, ну ты же сам праздничный пояс надел. Мы... Ну, я надел, потом снял, не подумал. Я ж потом их поменял. Ты увидел сам, залез в мой ящик, увидел ленточки. Можно, я тебе сказал, можно. Все. Потом мне сделали замечание, что там белый, трехколорный пояс. Я его снял. Пост идет. Вчера покаянный канун кончился, ты черный постный пояс, ну, снимаешь. Я так и думал, покаянные. Ну хорошо. 4 прошли. Ладно, все. Хорошо. Можно снять. Можно снять. Почему не сменил? Почему тот не надел? Ну только на ночь. Зачем? На ночь зачем? Я его замораю. Ну, понятно. Ну тут же надо снимать, чтобы не замарать. Вот этот вот у меня пояс, вот здесь вот у меня вот такой вот. Я его вообще никогда не снимаю, даже моюсь с ним и все. Вот этот. А тот праздничный будешь надевать. А без пояса не положено ходить у нас. Вот этот вот у тебя вот сейчас, ты подпоясанный. Вот, я потом тебе найду, может, получше. И он тут всегда, никогда его не снимаю. И спи в нем, и мойся в нем. Понял? Вот. Вот, здорово живешь. 4 дня, думал, пост кончился, да? Не, ну, покаянные 4 дня. А, что, в церковь можно теперь? Ну, я думал, теперь можно праздновать. А ты когда крестился-то? В 11 году. 7 лет назад. И ты пояс одевал только в церковь, дома без пояса ходил? Ну да. Вот. И ты вот не знал, что... Ты думал, что вот почитали мы канон Андрея Крицкого, но потом-то брат говорит, следующая часть будет в конце седмицы. Что такое? На последней седмице. Что такое седмица, знаешь? 7 недель. Нет. Седмица – это неделя. 7 седмиц – это 7 недель. На последние седмицы, на последние недели Великого Поста. Великий Пост, он 50 дней идет. 49. 7 седмиц. А ты хотел на одну отстреляться и быстрее налопаться, наверное, да? Ты голову-то подними, Вася. Вот. Рога в землю опустил. Грешник окаянный. Да, ослепляет. Слепляет. Ничего, я вот так сбоку. Сколько дней пост идет? Запомнил? 49. 49, вот. Поэтому и надо в черном поясе. Праздничный, мы на Пасху с тобой оденем трехколорные, одинаковые. Договорились? Ну, конечно. Вот. Вот так.